Опаньки, приветики. Мало кто из тех, кто смотрит меня, мог вообразить, что на самом деле в столице я житель недавний. Тем, что чалюсь в Москве с рождения, похвастаться не могу, понимаю ваш шок. Самой в это с трудом верится. Порой кажется, что я внебрачная дочь Собянина, которую подальше от греха и людской молвы бандеролью отправили к обычной провинциальной женщине, приплатили семью тоннами солдатской тушенки, которой я всю последующую жизнь не питалась. Других причин такого рациона я не вижу, но это ладно, с мамой мы поговорим потом, а сейчас о другом. Москва стала для меня настоящим домом, и я с легкостью вписываюсь в самые настоящие московские тусовки. Я ненавижу эту погоду, ненавижу эти толпы, ненавижу эти цены, ненавижу Москву, ссаный этот муравейник, дышать нечем, иллюзия жизни. Я даже знаю, что такое тройка, у меня она даже есть, у меня их даже три, три тройки, три на три будет девять, как станции внизу оранжевой ветки за кольцом. А, провинциал так может, то-то же селяне. Но не стоит обижаться на столь резкие обзывательства, деревенские вы черти. Я научу вас выглядеть и вести себя как настоящие столичные обыватели, поэтому укладывайте буренку спать, запирайте избу, забирайтесь на печь и внимайте говорящей голове на экране компьютера. Во-первых, первое, для начала вам придется доказать столичным, что вы были в метро и умеете им пользоваться. Да, будет непросто. Все провинциалы обычно сливаются на первом турникете, но не ссыте, если вы смотрите этот ролик, вы уже наполовину прописаны в Выхино, с Новосельем. Так вот, москвичи, это вам не хлеб на масло мазать, их провести сложно, а посему к доказательствам стоит относиться серьезно, нужно принести им что-то метрошное. Несите бабку. Бабку, которую вы выловили в 8 утра на фиолетовой ветке, их там много, выбирай любую, но лучше самую толстую и злую. Ту, что своей сумкой заехала вам по самые вот эти самые, у москвичей на метрошных бабок нюх. Чтобы проверить, верят они или нет, поставьте перед ними бабку и следите за реакцией. Если начнут бубнить и толкать ее локтями так, чтобы никто не заметил и не осудил, то все, доверие у вас в кармане, бабку они опознали, вы были в метро и сумели это доказать. Красавцы, атлеты! Первый шаг в бездну гламурной московской жизни сделан. Также придется научиться ненавидеть. Ненавидеть так, как вы никогда не ненавидели. Сильнее, чем химичку, сильнее, чем Бибера в пятом классе, сильнее, чем ежедневный бабушкин суп с клёцками и говном. Лично я его не взлюбила. Ненавидьте все вокруг. Кусайтесь, рычите, толкайтесь, бейте маленьких женщин и беременных детей. Пишите «дай бог тебе рак яичек» под видео со смеющимся младенцем. Потому что что-то он угорает, это он что над вами не пройдет, сопляк, не на того напал. Вами должна двигать ненависть, но по вечерам не забывайте включить мелодию слез и повторяйте. Как я устал от этой злости, и неужели люди не могут быть добрее? Ах, как они слепы, пустышки, души не грамма, один я в белом пальто стою красивый. Жизнь от того лучше не станет, но за своего сойдете как влитой. А вам того и надо, так что пользуйтесь. Также придется, к сожалению, забыть все хахашные истории наподобие тех, которые я рассказывала по приезду. Что-то вроде: а я помню, мамка поросю заколола, чтобы мне колготы купить. Ну вот эти вот моднявые, как на Бьонце. Так папа, когда на рынок пошел, с собой хватанул как авоську, во смеху было. Попадись мне мой видос ранее, я бы, конечно, ошибок таких не делал, но на ошибках учатся и на чужих тоже, поэтому учитесь. Разговаривать стоит только о том, что деньги тратятся так же быстро, как нервы на нелюбимой работе, за которую вам платят деньги, которые тратятся очень быстро, ну и по кругу. Хотя можете рассказать о том, что придумали стартап и скоро перестанете работать на дядю. Этот анекдот очень популярен среди москвичей, советую запомнить и повторять каждый раз, когда вы с ними бухаете, и говорите о жизни в съемной хате по адресу: улица говно, зато в пределах МКАДа, дом на соплях, но держится, квартира, глаза в мои ее не видели. Ходите быстро, точнее нет, бегите медленно, точнее нет, неситесь как полевой ветер, как лань, но делайте вид, что это вы так ходите, а подошвы загорелись просто потому, что пол это лава. Смотрите на людей как на новый трек Фейса и говорите с ними так же: нахрен вообще появился? А после страдайте от одиночества, добро пожаловать в Москву. Кратенько в курс дела я вас свела, дальше бросаю в воду и плывите как хотите, главное лайк поставьте и подписку, блять, ну мам, что ты пишешь, и подписку оформите, такие гайды на дороге все же не валяются, а я спать.